Дети-сироты в этом году получат новые квартиры. Сколько именно человек отпразднует новоселье, расскажем далее в рубрике «Цифра дня». 252. Столько детей-сирот обеспечат жильем в Алтайском крае до конца этого года. На это уже выделили средства из федерального и регионального бюджетов. При этом 177 квартир находятся в новостройках. Жилье закупят в городах Алейске, Барнауле, Бийске, Славгороде, Заринске, Камне-на-Оби, Рубцовске. Также для детей-сирот приобретут жилье в селах Тальменко, Завьялово, Поспелиха, Топчиха, Клунда, Михайловская и других. За последние 3 года на обеспечение жильем сирот направлено 620 миллионов рублей, а новоселье отпраздновали уже 564 человека.